Фестиваль «Крымская весна-2021» стартовал в Магадане. Магаданская областная библиотека приготовила целый ряд мероприятий. Чтение стихов крымских авторов, просмотр фильмов производства Ялтинской киностудии, дегустация крымской пахлавы и праздничный концерт с участием магаданских творческих коллективов. Открыл мероприятие молодежный флешмоб «Крым наш». В честь 7-й годовщины воссоединения Крыма с Россией ученики 30-й гимназии в составе проекта «Молодежка ОНФ» провели праздничную акцию. Крым наш! Сегодня мы провели флешмоб, который хотим передать по другим регионам. Флешмоб заключался в том, что мы выстраивались в виде сердца и российского триколора. Все мероприятия были пронизаны характерным крымским колоритом. Открывая праздничные мероприятия, губернатор Магаданской области Сергей Носов продекламировал стихотворение Константина Фролова-Крымского, которое он впервые услышал при их личной встрече. Я считаю, что это было очень эмоционально, очень интересно. Вот с таким подъемом. Что я воспринял это стихотворение и эти слова. Константин Фролов, крымский. Милые заморские соседи, сытые, вальяжные, как боги, не будите русского медведя, пусть он мирно спит в своей берлоге. Я предлагаю вам всем почитать. Кроме стихотворений, губернатор Магаданской области рассказал о своем опыте крымско-колымского взаимодействия. Меня, как и подавляющее большинство россиян, переполняли чувства гордости, радости за то, что это событие наконец произошло. На этой неделе принимали делегацию из Артека, крымского Артека, здесь у нас в Северном Артеке. И вот это сотрудничество тоже пример дружбы, пример тесного взаимодействия на благо и жителей Магаданской области, я думаю, на благо жителей всей Российской Федерации. В праздничной атмосфере гости мероприятия смогли прикоснуться к многовековой культуре Крыма и вдохновиться праздником Крымской весны на Колыме.